ребята, всем привет. Я уже сижу в машине, чтобы поехать на вокзал. Я уже в час ночи отправляюсь в лагерь. Да. И ждем этого момента. Ребята, мы уже нет. Нет, это. Мы с девочками. Ой, это Алина из класса. Там Ира, мне и тут душно. Алиса. Мне уже только душно. Ничего не видно. Мне уже душно. Только Ира. Сейчас будет видно. Вот это у Алены тут Алина, я ее показывала, это вот у нее сестра. Сейчас мы сели Алену, так что... Пригодим. Всем привет, у нас уже первый день в поезде. Она, если что, ломает. Мы, короче, мы сами изменили. У меня был зеленый. Ну, вот этот нидик я вам показываю. А этот мы не изменили. А был. У меня говно на голове. Там Мира память удаляет. Ух ты! А что? А ну вот это вам где этот тут едем? Там только что типа было написано Плесецкая станция. Плесец? Хотя нет, это навряд ли. Я покажу. Да. А потом какая мама? Мам. Ой, мама, я тебе мам. Мам. Всем привет. Всем привет на поезде. Но тут вверху зажато. Вот вон мое место. А меня. Мы все в шорты переоделись. Я играю с вами. Мы все играем. А что мы сейчас едем? На трусы походу больше. Ты чё, кумилах? Чё? Это деревня. Это Рочек до деревни вводит. Твоя. Рочек до выходной вводит поезд. Ну там есть какая-то железная дорога, но там какие-то эти... Короче, вот Соломка, мы не хотим есть. А, работает у тебя родилка? Да, тут работает. А зачем ты включила? Ну, у тебя вообще пауза косит. Где-то же там медведя снимает. Алин, пауза. Ира, пауза. Вот так. Ира, пауза. Как я тебе? Что полезно? Алина, пауза. Ира, плей. Алина, плей. Всем привет, ребята. Мы вернулись с обеда. У нас еще не было танцев, потому что еще не позвонила, а обещала позвонить. Ну, когда станция будет, тогда позвоню. Я, короче, еще приемка есть. Мы затеяли приборку. Ну, пока так получается. Тут над слаймами издеваемся. Да. Вот еще ладно, дурочка. Что-то прилипло. Честно, постельное. Что-то прилипло. Что-то прилипло. Это Ира. Алиса. Это на что мы дошираки? Ты что слайм так оставила? Я тебя накажу прутом. Так он чтобы от пузырьков освобождал. Ну ладно, логика от Иры. Вот что у меня тут творится. Что делаешь? А я тут лайк снимаю. Птица, блядь! Фу, блин, иди. Дави её. Дави! Она вообще дурочка, да? Ты чего слайк трогаешь? Я тут хайпью, вообще-то. Привет.
сходили поужинали. Мы сходили в 8, да, ужинали? В 8 ужинали. Сейчас скоро спать будем. Но мы не будем спать. Ну, да и не скоро. Я еще буду расплетаться, монтирую видео и буду его выкладывать. Она сейчас храняться будет. 55 лет. Да, тихо, да, сейчас. Короче, ребят, мы уже почти ложимся на час, почти. Какой тихий час? А чё? Как бы уже вечер. А, мы типа спать ложимся. Да. А завтра мы опять будем беситься. На догонялке. Знаете, как мы сегодня играли, блин, бешеные. Короче, по золоту. Если чего, завтра с вами. Что-то у нас такое? Парушка. Так, а чё? Парки. Вот мы как-то на таком городе остановились. Кто-то вышел. Там кто-то вышел. Это Ярослав. Танцуй. Танцуй под Бужаву. Ребят, мы в Ярославле. Я уже сказала. Можете нас найти. Правда, мы тут на 50 минут, так что успел. Ребята, сейчас, нас подпишут, 5 июня, 21:18, подходите, узнаем. Вот этого, если что, знаем. Вот у этого. Мы около этого встречаете, нас там уже нас подписчики встретили. Да, вон они уже, вот. Сходка моя. Вон все мои подписчики. Мы, кстати, еще в Ростове. Да, в Ростове. Не, в Ростове мы вроде не будем. Вы что, еще в Москву даже не приехали? Первый перрон пошел, да? Нет. Ребята, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Лайки, подписывайтесь. 7 числа будет... я буду снимать, и, наверное, 8 оно выйдет. Да, Фира? Ага. А там интернет будет, если вот с собой? Да. Свой, ну, вот нафиг. Всем пока-пока.